Идем на променад в одно красивое место. Сорин обещал, что будет красотища. С обоих сторон уже вода. Вот это вот какая-то тропа очень популярная. 4 километра нужно идти в одну сторону и назад столько же. Но говорят, того оно стоит. Nu är det jätte långt kvar nu. Вообще очень много людей здесь сюда посмотреть что-то приезжает эту дорогу. В общем, с этой стороны вода и с этой. И тут фишка в чем? В общем, идешь по этой тропе. Сначала она широкая, а потом в конце она сузится, и там будет сразу видно. То есть... Ну вот, и практически дошли. Узкая тропинка сужается и объединяется, и вода объединяется. Давай. Как русалочка. Не зря же мы сюда шли-то. Не шли, оперлись просто. По валунам. Садись давай. А как сесть? Главное, не упади в речку. Да, вот так. Русалочка. Датская. Место красивое, конечно, соединяется. Тропинка заканчивается, и вода соединяется. Ну, цель такая вот. 4 километра в одну сторону, 4 в другую. Ну, чтобы сидеть на камушке. Ну, в общем, красиво. Это самое большое в Швеции озеро, называется Вэнон. Как море прямо.